Здравствуйте! Приглашаем вас на наш интенсивный курс NLP Master. Что такое курс NLP Master? Те из вас, кто были на курсах NLP практик, знают о том, что техники NLP являются быстрыми, качественными, эффективными способами трансформировать и улучшать свою жизнь. И курс NLP Master является развитием, дальнейшим развитием именно этого подхода, подхода нейролингвистического программирования. Это еще более глубокие техники, это еще более системный взгляд на себя, на психику, на свою жизнь. Это еще больше возможностей по улучшению качества своей жизни. Наш курс отличается глубиной проработки материала и личностной трансформации. Именно поэтому мы проводим его в интенсивном формате. На курсе NLP Master обязательно будут такие темы, как практический профайлинг. Это единая модель, в которой объединены эмоции, архетипы, психотипы, метапрограммы. То есть в том числе это и наши личные разработки по этому поводу. Мы обязательно будем работать с убеждениями во всех их видах, проявлениях, ограничивающие, поддерживающие, как они формируются, как их трансформировать, как создавать новые. Обязательно мы коснемся структуры личности, я-концепция, как она создается, как ее менять, улучшать и опять же создавать. Обязательно будет миссия, работа с миссией, ее поиск, ее трансформация, ее внедрение, встраивание в свою жизнь. Обязательно на курсе NLP Master расширенная и углубленная работа с фокусами языка. На курсе NLP Master фокус языка – это не просто работа с убеждениями или даже с возражениями. Фокус языка – это стратегии мышления человека. Это глубинные стратегии, по которым люди формируют свою реальность, формируют свой мир, формируют то, как они живут в конечном итоге. И фокус языка на мастерском курсе мы будем изучать именно с этой стороны. Со стороны стратегии мышления. Ядро NLP – это моделирование. Каким образом успешные люди себя ведут? Каким образом они реализуют себя так, чтобы получать то, что они получают? Можем ли мы достичь того же, просто осознав, поняв, как они это делают? Можем ли мы эти стратегии для себя описать и внедрить в свою жизнь? Это моделирование. И, конечно, можем. Собственно, именно для этого моделирование и используется в мастерском курсе, изучается в мастерском курсе, для того, чтобы вы все точно так же, как те люди, которые разрабатывали и разрабатывают NLP, могли создавать новые модели, могли описывать происходящее интересное, полезное, эффективное, происходящее вокруг вас, описывать, использовать и передавать другим. Для этого в курсе NLP Master у нас будет еще и стратегии, способы встраивать самые модели, обучать других людей этим моделям, включая и метафоры, включая сказки, в результате которых у людей меняется жизнь, меняется мышление. Это будет очень глубокая, очень серьезная и интересная работа. Приглашаем вас на наш курс. Ждем вас на курсе NLP Master.